Последние звонки прозвучат в школах Гомельской области 30 мая, а с 1 июня начнутся выпускные экзамены. К слову, изменены даты проведения ЦТ. Оно начнется 25 июня. 26 и 27 состоятся испытания по русскому языку, обществоведение проведут 29, а тестирование по математике назначили на 1 и 2 июля. Далее идут биология и иностранный язык 4 и 6 июля соответственно. Экзамен по химии пройдет 8 июля, по физике 10. Сдать историю Беларуси абитуриенты смогут 12, географию 14 июля. Завершится тестирование 16 июля экзаменом по всемирной истории. Испытания пройдут в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. Пандемия внесла коррективы и в оздоровительную кампанию этого года. Стационарные лагеря начнут принимать школьников только с середины июня. В Гомельской области их будет 10. Те, где предусмотрено круглосуточное пребывание детей, откроются 15 июня. Пришкольные лагеря – с 1. Спрос на них сейчас изучается. Учителя спрашивают родителей, планируют ли они отправлять туда своих детей на каникулах. В Новобелецком районе продолжается реконструкция бассейна специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 7. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию летом. Специалисты Гомельпромстроя занимаются реконструкцией. Сейчас завершается демонтаж, отделочные и сантехнические работы начнутся на следующей неделе. Открытие бассейна запланировано на 1 августа. Кстати, летом в Гомеле будет завершена реконструкция еще одного значимого спортивного объекта – тренировочной базы областного училища Олимпийского резерва на улице Порто. Здесь открытие запланировано на начало июля.